Всем привет на моем 188-м стриме. И сегодня мы продолжаем проходить игру Wings of V. Вот уже 15-й стрим. И мы дошли на прошлом стриме до босса, которого мы уже встречали. Это, по-моему, был самый первый босс. Ну, если там не считать портал с кучей каких-то непонятных существ за босса, да, то, по сути, вот это вот... Как ее даже назвать-то? Чертенок, девушка. Она нам встретилась снова, но на этот раз она читала кучу-кучу книг в библиотеке. И стала сильной-сильной и опасной. Привет, покер. Ну что ж, рекорд у меня был на прошлом стриме, я оставлял чуть-чуть меньше 4 хп, и там начиналась какая-то не очень фаза. Ну, сейчас буду вначале вспоминать, конечно, все это дело. Но она не упала в лаву. Да ну. Так, в лаву упала. Блин, что-то я этот камень не заметил. Блин, что-то как-то меня заспамили. Даже не успел ничего сообразить. А вначале вроде норм начиналось. Надо бы, конечно, раза два столкнуть в лаву, не получив урона. Хотя, в принципе, на самом деле, не особо в уроне дело. Если я дохожу до той фазы, я там все равно ваншотаюсь, по-моему, да? Так что тут, по сути дела, это не в этом абсолютно. То есть мне просто надо дойти до той фазы, а сколько у меня будет там здоровья, по-моему, не настолько важно. Не упадет, блин. Отлично. Так. Это изи микро. Так, вот это вот. Так, бить ее нельзя. Просто уворачиваться, по всей видимости, блин. Так, и потом начинается какая-то штука. Ну, кстати, это только что была рекордная попытка. Я оставил... Во-первых, я прожил дольше всего, да, на этой фазе. А во-вторых, я оставил всего 3 с хвостиком ХП. No
Ну, это как-то фейл. Мне уже не нравится. Ну, не буду рестартить, да. Да опять не упало, лол. Опять не упадет лава, да что ж ты делаешь? Три удара осталось. Так, ой, у меня чатик не прокручивается, лол. Привет, Тор. А Good Game тебе недостаточно? Смотрите. Сейчас я вам напишу ссылку. Так, goodgame.ru/tools/html5. Вот, перейдите по ней. И выставите галочку вот там внизу, но при условии, что у вас три зеленых кубика, но я думаю, что скорее всего будет три, вот, и обновите страницу, и у вас будет гудгеймовский плеер в HTML5, у него задержка секунд 8. Привет, Кадеум. Так, отлично. Лол, меня задел портал. Что-то я вообще про него забыл. Смотрел, как она там в лаву летит. Приятное зрелище. Что-то затуплено. Да что ж такое, ну? Ты не ок. Подходит еще. Нифига себе, случайно размикрил. Лол, ну это так тупо сейчас было. Что-то я пожадничал. А у тебя точно сменился плеер на HTML5? Он должен быть не на флеше. HTML5 плеер должен появиться. Нет, я сейчас с другим проектом. Подожди, ты же знаешь, чем я сейчас занимаюсь, каким проектом? Какой чат для Риола?
Когда на фонстриме будет чат для Риола, тогда будет и в этом клиенте, но автоматически. Там же мультичат. Ну в смысле, ну ты видишь визуальные изменения? Плюс правой кнопкой нажмись, и там будет написано, там типа, о программе Flash Player, там кнопочки, то значит это Flash Player. Там не может быть 16 секунд. А, меняется только если прям на ГГ смотреть. Ну вот, Тор. Ты можешь зайти прям на ГГ, и у тебя будет такое вот. Ну, я с ГГ сообщения читаю, если что, так что. Так что по желанию. Если не устраивает задержку, можешь пойти туда. Ехайте. Ну блин. Что-то она какая-то вся это. В костылях. Ну, блин. Ну, не знаю, как бы... Варианты есть, да? Варианты я предоставил. На три плеера стримить я не осциллятор. Ну, к тому же я не хочу слишком это... Ну, мне не очень нравится, когда много плееров. Потому что, ну... У людей разная задержка, и в итоге в чате спойлеры начинаются для других зрителей, у которых задержка больше. Мне вот это вот не нравится всегда, когда смотрю чьи-то стримы. Поэтому чем больше плееров, тем больше этот фактор проявляется. Как бы, это вот настоящая причина, почему я не повешу хотя бы в рестриме, да, какой-нибудь КГ. В рестриме с ГГ, например, там. Не, на Твиче и на Гудгейме, по крайней мере на флеше Гудгейма, одинаковая задержка сейчас. Не, ну Тор, Кибергейм только как единственный плеер у меня точно не будет, да, это тут причина другая. Просто потому что на Кибергейме меньше аудитории, то есть вместо Твича люди приходят с самого Твича. Не со СК2 ТВ, а с самого Твича люди порой приходят. Поэтому Твич у меня точно будет, да. Как-то нелогично отказываться от Твича. Вот. А, ну, соответственно, тогда уже Кибергейм вообще не катит. Я могу, конечно, ну, не знаю. А если сделать, скажем, рестрим там... А, ну, с Твича нельзя рестрим сделать. Ну, короче, ну, вот такие вот дела. Ну, для стримов по программированию я сделал Real Player. Да, то есть, ну, как бы, но это потому что стримы по программированию. То есть там как бы спойлеров не может быть. А тут, допустим, там вот я убил босса, да, там кто-нибудь ставит, там, не знаю, какой-то смайлик, там, радостно, еще что-то, да. А другие, у кого задержка, я у них еще не убил. И в итоге, ну, у них ломается вся эта... Ну, вот это вот мне не нравится, правда. Не знаю, да ладно, ну что, чё вы это... Ну, не 40 же секунд задержка. Я понимаю, если была бы 40 там, да, раньше же я вот, когда она была там под 40 секунд, я Кибергейм стримил. Как только она стала нормальной, там, 12-14 секунд, ну, все, мне кажется, нормально. Ну, чё не так-то?
Как бы я бы оставил вообще бы только один твич. Я его не оставляю только один твич, только по одной причине. Потому что люди жалуются, что у них именно с твичом бывают проблемы. То есть именно как почему-то лаги какие-то, да. То есть я понимаю, что, ну, могут быть, наверное, какие-то проблемы. Люди же не врут, да. Ну, поэтому поставил ГГ еще. Только по этой причине, что вот у кого-то именно технические проблемы с твичом. Привет, Фабино. А, посылка не тебе? Лол. Ну, короче, Фабино, пришел бы ты пораньше, то можно было бы пойти там, ну, постримить. Но сейчас уже я вот это сел. Потому что та проблема, о которой я тебе писал, почему, возможно, стрим отменялся, она исчезла. Да лол, я думал, она сейчас уже... Надо считать все-таки, блин, надо считать. Мёгия ее зовут. Отлично. Вот порталы больше всего, честно говоря, бесит, потому что, во-первых, их видно хреново, во-вторых, ну, они кружат, блин, по всему экрану. Раньше мне больше всего вот эти камни доставляли, но сейчас, в принципе, камни уже так, более или менее пофигу. Короче, бесполезно ее бить вообще. То есть ее только в лаву скидывать, иначе просто следующую фазу ждать. Я просто раньше не обращал внимания, тратится урон или нет. Смотрел не на полоску ХП. Если обратил внимание, что бить ее вообще бесполезно, когда она валяется. То есть только в лаву надо. Но это не значит, что фаза прошла бесполезно, потому что я же пока вот сейчас бью, у нее тоже снимается, но лава это плюс, то есть это лаву, скинуть в лаву это освободиться от целой фазы еще одной, потому что урона как за фазу я наношу. Ну лол, ну серьезно, ну лол. Посылка на меня оформлена, я же рассказывал, пацан боялся сам заказать на группник кошелек. А, вот, короче, я заказал, а он мне оплатил посылку. А, ну понятно. Заработал. Привет, Defender. Defender, когда стримы? Надеюсь. А, все, выходные, выходные. Я понял. Можешь не писать гневные отзывы. Изи 500 рублей. Блин, да. Да ну блин, ну прям в огонек, ну серьезно, ну. Что за жесть? Скинул. Неплохо. Сейчас она перейдет в свою ультимейт фазу.
Да забыл я про это, ну говно, ну. Надо считать круги, да я забываю считать круги, честно, что-то я не могу собраться. Привет, Just Observer, привет, Ириска, жопа босс, да. 88 смертей, ну. Фигня. Я сегодня себе хард обновлю и буду устанавливать все игры. А, нормальная тема. Ну, кстати, вот я пробовал установить все игры со Стима, которые у меня куплены. Ни хрена это невозможно. Это надо отдельный хард, походу, покупать для этого, потому что, ну, они, походу, будут весить там терабайт не меньше. Привет, котик. Топ-1, серьезно? А с чего вдруг? Даже никто не донатил вроде. Ну, походу, с утреца в воскресенье все бухают. Никто не стримит. Да ну, что-то я не ожидал этого шара. Ой, вообще неудачно, вообще неудачно. Ну давай, хоть в лаву упади. Ну спасибо. Ух, камень не в тему, вообще не в тему. Да охренеть. Орков убивали уже? В смысле орков? Ты про чё? Каких орков? Не знаю. Спасибо, Тор, за поддержку. Эй, ты кто? Ни хрена себе. Не, у меня, ну, мне кажется, где-то 150 примерно. Но я не считал. Ну, естественно, нет смысла устанавливать обсолет игры, которые почему-то нельзя удалить. Там беты всякие. Это так тупо, у меня это бесит просто. Самое смешное, что из-за того, что я один раз запускал доту, да? И еще там, ну, короче, как, смотрите, когда Дота была платной, да, мне дали, кто я не помню, каким-то образом я получил, короче, ключ к ней. Ну, кто не знает, я в мобу не играю, да, вообще-то. Но, как бы, это не значит, что я не хотел попробовать, чтобы, ну, вообще убедиться, что это такое, да. Вот, и я ее поставил, то есть как бы, ну, получается, купил, да, но мне там как-то не понял, как-то бесплатно ключ получил. И там была еще Dota 2 бета. И теперь мало того, что у меня в списке есть Dota, которую я терпеть не могу, так еще и Dota 2 бета у меня в списке есть. Это печалька вообще. Вот нахрен мне две Доты в списке игр в Стиме, которые никак нельзя удалить. Да лол. Привет, АК. А, два босса одновременных? Да, походу не было. Давай без спойлеров. Походу не было. Да опять она не упала. Ну, она какая-то неваляшка. О! Отлично.
Да, так и думал, сейчас начнет фигню свою кидать. О, ну-ка, иди-ка в лаву. Есть! Так. Ну, блин, в лаву не упала. Но сейчас у нее фаза начнется. Все. Ну, не успею, успел. Так. Раз круг. Два круг. Три круг. Раз круг. Два... Блин. Да удаляй. Да ну нахрен, ну... Easy avoidance. Не успею, успел. Так, впервые до сюда дошел и сразу слил. Я еще и восстановил немножко здоровья, потому что поспамил в нее. Игры из списка можно удалять? Привет, повелитель. А чё за фигня? А как удалить игру из списка? Я первый раз такое слышу. Нет, если бесплатная игра, то вроде как-то... Не, хотя она, по-моему, все равно в списке остается. Я бы удалил пару игр там с удовольствием. Вот, там у меня есть игры, которые я вообще никогда не буду играть. Там либо которые пакетах мне там, ну, с другими играми пришли. Или, например, там, тоже мне кто-то там, по-моему, подарил, вот, XCOM Enemy Unknown. Я вот это вообще, например, не люблю. Я ни разу не запускал и не буду, скорее всего, запускать. Нахрен она мне в списке нужна. Ну, и прочее, и прочее. То есть... Не знал, что можно удалить доту. Ну, скрыть, конечно, хорошо, но все-таки скрыть это скрыть. А в списке она будет. Дотка неудаляема, ну блин. Да, опять не скинул. Ну, вот она не очень вообще, честно. Сейчас я в порыве, вот в этом экшоне как бы не особо читаю все сообщения, да, ну потому что тут все-таки надо помикрить лучше. Потом, когда это выиграю босса, тогда прочитаю. Ну или проиграю. Ну я-то надеюсь на лучшее. Ну опять не упала. Ну ладно, сейчас фазу свою начнет. Ой-ой-ой-ой-ой, ну я затупил, что-то не знаю, поторопился и все. Так. Так, это я читал. Берешь и кидаешь систему скигров в группу фаворит, затем не нужно выкидываешь из фаворитов. Привет, Серк 35. Ну ладно, короче, потом покопаюсь, может, что-то реально. Ну это по сути как скрыть, да, то же самое. Привет, Алексей Альферов, Владиславу.
Отлично. Фаза без урона. Точнее, можно сказать, даже две фазы, потому что я в лаву столкнул. Два цикла, так скажем. Не знаю, как это правильно обозвать-то даже в данном случае. Есть. Ну вот это вот сейчас что-то я много урона понахватал. Очень много урона сейчас понахватал. Которого не надо было хватать абсолютно. Отлично. Есть. Без урона вот эту шнягу прошел. А, про это я забыл. Я все время забываю про это. Да что ж ты делаешь? Я все время забываю про вот эту вот фигню. Ух! Тоненько! Что за шняга летает? Блин, а что это такое летает? Мне кажется, она будет меня либо ваншотить, либо урон как минимум наносить, да? Ну, кстати, по ХП это не рекорд. А, удалить только через обращение в Steam. Блин, может, Dota того стоит? Самый сложный босс на проход без урона. Ну, мне без урона вообще, я не хочу. Я не буду здесь ни демон мод, ни думит мод пытаться. Вообще, нафиг это надо. Может быть, когда-нибудь, может быть, я на ангел моде попробую с думит мод. Ну, то есть, с ваншотным режимом. Может быть. Ну, как бы это так, да, просто в перспективе. Но, скорее всего, и то, даже это не захочу. Но в конце там действительно сложная фаза, потому что и так говнище много летает, а еще там вот это вот череп этот, это какая-то печалька. Ух ты ж, размикрил. Блин, не попало в лаву, ну ладно, хрен с ним. Пока я без урона иду, значит, не... Ну, шел. Ну, блин. Отлично. Я 3 хп оставил, лёль. Ты будешь что делать не по центру? Чё за фигня? Опять я забыл, вот честно, вот я правда забыл опять. Ну ладно, хоть урон не получил. Повезло. Халява. Халява. Чё за халява?
А, ее отталкивать можно? Уходи, туча. Ну блин, это жопа какая-то, ну серьезно. Блин. Зато мама не может удалить твои игры. Не, ну удалить-то может с компа. Из кого из боссов убил? Ну, самый последний был, это эти статуи такие, ну, три статуи, их надо было там долбить. А перед этим был такой огромный, как это, типа жук такой огромный по тоннелю полз. А перед ним было какое-то растение, а перед ним был робот, который говорит с днем рождения. Привет, Аллакир. Гидра, ну да. Ну смотрите, короче, рекорд все равно 2,5 хп примерно, да, ставил, ну. Да, задел, но это было неуклюже. Да что ты делаешь? Блин, у меня теперь прям жесткая мотивация на первых этих фазах вообще не тратить урон. Да лол, ну не тратить, да, конечно. Вот когда камни и скачут, и падают, вот это вот самое, по-моему, самое тяжело размикрить. Вот, наверное, вот реально, вот это самое тяжелое. То есть, когда они и сверху падают, и еще вот скачут по экрану. Ну, плюс, когда у нее еще огоньки там, да, вокруг крутятся, ну, это самое неприкольное. Что-то я не заметил этот портал. Блин. Меня так друг Дота ударял. Бывает. Не, у меня до такого не доходит обычно. АДФС, добро пожаловать на канал. Я ее не скинул, да, в лаву, что ты перемикрил. Не, ну без урончика мне нравится. Оп. Да ну, вот первый урон. А что ж тебя, ну... Блин, ну... Не, ну конечно хрень, но попробуем, чё. Да лол, ну вообще офигеть просто. Офигительная фигня. Помню про Вайтенс. Помню.
Интересно, на Diamond моде тут по-любому тайминги меньше, да? Хотя нет, меньше тут некуда, тут так притык вроде. Блин, ну можно было. Короче, нормально, в принципе, можно микрить. Просто надо этот череп отгонять нафиг от себя и все. Наверное, надо подпрыгивать, может, чтобы он вверх отлетел. То есть самое плохое это когда шар летит. Потому что из-за шара я не могу попасть под череп этому. Где я покупал в Steam? Да, я предзаказ делал в Steam со скидкой 10%. Потом еще эти карточки на 100 рублей продал. В самом начале. В итоге у меня получилась там скидка дохренища. То есть я, получается, в сумме за 200 рублей, что ли, обошлась на мне. А демон модит улетает больше всякой фигни. Ну. Привет, I Awake. Ну не настолько, как некоторые, на самом деле. Но немножко есть, конечно. Как бы... В разных играх, да, можно быть задротом. Кто-то в Старкрафте, там, кто-то в Доте. Ну, то есть, мне вот больше платформеры нравятся всякие. Такие. Да ну два раза об один камень, это удаляй. Да куда ты портал летишь? Тупоротый. Ой, что-то хреновая ситуация. Не упадет. Долго думала. Просто стоял, расстреливал. Неплохой вариант. Так, Evidence. Тун-тун-тун-тун-тун. Куда? Нормально. Нормально. Ну, успел. Сойдет. Сойдет. Плохо. Ох, жесть. Так, два раза ударил. Три раза ударил. Да что за жесть? Да тут мало того, что вот это летает. По-моему, она больше всего начинает пускать. Да охренеть. Вы это видели? По-моему, камни везде. Что-то вообще просто по всему экрану. Чё за хрень? Просто я не понимаю. Фу. Я купил игру за 200 плюс рублей на какой-то акции. На самый изи дифе дошел чуть дальше босса робота. И мой пукан лопнул на лазерах и вагонетках. Ну да, там такое довольно микротайминг был, я помню. Но я на Mortal моде играю. Yoloscopes, hello. Best game, ну. Может быть. Готи.
Да, опять она не упала. Ништяк. Да, ни хрена себе. Охренеть. Да, так было хорошо, так было хорошо. Да лол, ну что ты... Такое хорошее начало было, сколько я и снес без урона, охренеть просто. А как я в конце так слил? Блин, обидно. Не, ну понятно, что есть люди, которые там без урона на максимальной сложности все проходят, там просто без смертей всю игру там и прочее, да, ну как бы это не значит, что все остальные изикорщики, да, ну все-таки, ну как бы, у нас же не две градации, да, как бы, не бинарный мир. Вот если честно, предыдущая попытка должна была стать победной, потому что я, блин, без урона столько прошел. Ну, блин, вообще жесть. Вот сейчас я вот уже урон получил в самом начале. Вот да, у меня уже хп нету. Ой, я не буду это даже пытаться. Мне на последнюю фазу уже столько хп даже не хватит, даже если бы я дошел без урона до туда, что очень вряд ли. Что-то я тактическую ошибку сделал. Да ладно, ну не упадешь что ли, ну пипец. Да Коля, не будешь падать. Да лучше бы я от камней увернулся. Опять не упадет. Да лол. Ну, тактическую в плане, что там, ну, короче, нужно было просто по-другому действовать именно.
То есть не потому, что я не получилось размикрить, а даже не нужно было там пытаться. Надо было по-другому просто действовать. Да ну ты будешь падать. Почему нельзя, скажем, выстрелить послабже, чем-нибудь типа того? Опять не упадет. Ну, хоть в лаву уронил. Не просто так урон получил. Блин, ну это было непонятно. Ну отлично. Хоть так. Ну, 3 хп у меня. Посмотрим. В принципе, шансы есть, наверное. Если тут сейчас не зарачу. Зарачил. Зарачил 2 раза. 3 раза зарачил! Да что это? Как? Ну это же вообще... О... Да, мне почему-то кажется, что она опять не умрет. Убежит. Хотя кто знает. Очень хреново я сделал. Да что за говно? Не знаю. А начиналось-то все так няшно, вот первый уровень, он вообще такой приятный, ну, по крайней мере, на Mortal моде. А на Ангел моде, наверное, вообще такой, ну, изи платформер просто. С сюжетиком такой. Не упадет. В смысле, а на ангел мод она прям вообще намного проще? Я просто не знаю. Прям намного-намного? Или так? Ну. Чуть-чуть. Да ж, блин, вот если бы она не подошла, было бы все прекрасно.
еще камни выпустила. Вот опять эта дурацкая ситуация. Ну что, все, фаза. Два хп, ну это, блин, ну... Это настолько не ок. Ну хоть так. Ну, почему он этот шар выпускает? Это такая жесть. Почему этот шар обязательно? Походу, статично первая фаза начинается после вот этой вот фигни с шара. Блин, я не знаю, как, что с ним делать, с этим шаром. Может, надо просто не перепрыгивать его, а подпрыгнуть два раза максимальный прыжок, он улетит вверх и пройти под ним? Ну, потому что это вообще жесть. Меня же бомбит от этого. А, хп на треть больше? Ну, сохранялок я знаю. Ну да, там некоторые места тупо там жесткий тайминг, вот где вот эти вот типа энергетические поля, там вот такой жесткий тайминг, там хоть на каждом шагу сейф ставь, это там нифига не поможет. Шары катает. Блин, не упадет. Так, два удара осталось. Нет? Что-то, блин, странно. Лол, ну тут дофига в лаву-то, ну... Ну я понял, что урон. Ну я понял, что урон меньше, да. Потому что я на демон моде запускал, я первый уровень не смог пройти, хотя хп там столько же выглядит, ну, на вид. Ну понятно, который ваншот, это не ваншот. Вообще, конечно, интересно было бы потом на ангел моде пробежать. Ну, то есть, так. Знаешь, после Mortal мода, типа. Как про. Относительно. Это как больше на ЕЗ пробежать после аверейджа, типа такой, fuck yeah, я там больше за стрим прошел. Тут Defender так хочет сделать. Да я так сам сделал, когда в свое время. Не упала. Да куда я на портал-то прыгнул? Ну это вообще хреновая попытка, короче.
камнем в лицо. Не очень приятно. Да лол, ну огонек, ну пожалуйста. Не упадет. Но в принципе сейчас фаза начнется. А, по что я умер? Я смотрел не на Ви, а на босса. Я по что умер-то? Портал что ли полетел? Что я не обратил внимания. Лол, я ее вылечил немножко. Ну хоть в лаву. Да ну я думал размикрю. Ну в принципе выбора не было. Надо было или размикривать, или не размикривать. Да о, ну опять эти камни параллельные. Такое удаляй. Ну хоть два раза в лаву. Ну блин, у меня уже хп нету, тут радоваться нечему. Ну офигеть. Разве что сейчас в лаву еще столкнуть успею. Ну, в лаву не столкнул, но, в принципе, могу дожить, конечно. Дожил. Или не дожил, дожил. Но, блин, хп как бы... Без урона там надо будет сейчас тащить. Че, изи? А, ну, понятно. Too easy, piece of cake. Ништяк. Not bad-ово. Ну пофигу. В целом. Надо только дальше так же тащить, а не как в тот раз. Совсем-совсем неплохо. Не облажаться только. Так. Ну столько я еще не переносил хп. Как минимум. Ой-ой-ой-ой-ой, ну блин. Это не в тему было совершенно. Ha ha ha.
Блин, я же мог ее уже просто добить. Просто вот уже не надо было даже лаву кидать, просто я мог добить, потому что, ну, одна фаза это одна вот эта ХП. Лол. Ну, ты видишь, как успехи. Это вот сейчас была рекордная попытка. Но она просто жестко лютует там уже. Использует все свои фишки. Что, охренело, что ли, по два камня выпускать? Ну, в смысле, по две паре. Блин. Ну, я не знал, как там вымикрить. Пришлось тупо на урон идти. Да это что-то жопа какая-то, ну почему такое начинается? Не всегда же такое, не всегда, вот только иногда. Просто какие-то неразмикриваемые комбинации, я хз его вообще просто. Шаталь. В принципе, все равно хорошая попытка. Сколько этот череп тратит, охренеть. Что-то я даже не заметил, по-моему, я два раза об него задел и все. Да лол, такой микро, что за фигня? Почему такая сложность? Блин. Я понимаю, что предыдущие боссы тоже были сложные, но что-то, блин, прям как-то зажимают жестко. Там просто нужно было выучить атаки, а, ну как-то, да, а тут что-то прям пипец. Привет, Гнах. Но все равно к успеху-то я иду, потому что, ну, он стал уже доходить до последней фазы с не с нулевым ХП. Ну, выучить уклонение это такое размытое понятие довольно. Не, в смысле, лол, это одно и то же, что ты меня с толку сбиваешь. Выучить атаки, это имеется в виду выучить уклонение от этих атак. А здесь микро какое-то жуткое. Да охренеть, сколько урона получил.
Почему так много было порталов? Нет, что-то уже хреновая попытка заранее. Ну хоть по трению, уклонение от атак. Да, вот это был вообще очень глупый урон, очень. Это был не глупый урон, потому что я хз там не успел среагировать. Не упала. Ну, когда я говорю там не глупый урон, я имею в виду свой скилл, естественно. Потому что я думаю, тот, кто там спидранит на демон моде без урона, да, для него там любой урон это глупый, да, наверное. Но как бы для меня это нормальный урон был. Да чё за фигня, лол? Да вы видели, она просто все выпустила, что у нее было, по-моему. Не, ну будь я на ее месте, я бы тоже выпускал все, что такое есть. Фиг ли жалеть-то? Надо же победить. Так, начинается. А по что я получил урон? Да лол, она же все уничтожила. Блин, камень. Ну, по крайней мере, я начинаю привыкать к этой... к этой последней фазе. Да пройдем сегодня босса. Пройдем, явно пройдем. Ну, видите, уже близко к концу. Так, глядишь, и любая попытка уже может оказаться последней. Я уже думаю, там никаких сюрпризов, скорее всего, не будет. То есть сюрпризом была вот эта вот фаза с крутилкой-вертелкой. Ну и потом плюс череп. А дальше уже, не, я думаю, не будет никаких сюрпризов. Там слишком мало ХП осталось для этого. А всяких вторых фаз тут не бывает. Ну то есть именно, чтобы ты потратил ХП, а потом еще что-то, такого не бывает. Но, по крайней мере, до этого не было, я думаю, что и дальше не будет.
Может, только если у последнего босса, ну, не знаю, ну и то. Почему Санчес за лол? Да нафиг, ну серьезно что ли, ну? Да ты что делаешь? Охренеть! Ну как так? Ну блин, это ну, просто как бы залажал всю попытку из-за этого. Чё мне это вот без урона теперь тащить? Ну, спасибо. Ну хоть может подучу еще там как-то ворот от атаки какой-нибудь. Ух ты ж успел хотя бы. Да лол, я что-то кнопки даже попутал. Помню, робота тоже было близко, а потом часа два. Именно я? Нет, но там, ну не знаю, здесь я не вижу каких-то непреодолимых. На роботе там было хрен размикришь в конце. А тут, ну блин, ну тем более часа два, это же, я же не говорю, что я через 15 минут его убью. Я говорю, что сегодня, а стримы не 15 минут будет идти. Еще, ну то есть... Да, конечно, но я Санчеса не смотрю, поэтому я не знаю, что он там говорит. Ну, как бы я знаю, кто это там, бывало, смотрел там, когда он больше стримил. Но в целом я там не знаю. И тем более я не смотрю стримы по этому хер камню. Вообще ничьи. Ну, я так понимаю, про него, наверное, речь шла. Потому что он же в него постоянно играет. Опять заспамлено, просто заспамлено, ну... Что за фигня? Нет, я не смотрю, не знаю, мне не очень такое. То есть, когда он стримил больше на ЕЗМ, я просто было чисто любопытно, как какой-то там топ там, да, играет в боши. То есть через сколько там дропнет, ну, вот не более того. То есть, обычно топы таким брезгуют, они всякие там топичи игры играют. Ну, дропнул он. А я не понял, что он быстро дропнул. Да даже Мердекс дальше прошел. Ну топ, в смысле по зрителям, там же у него 700 обычно, по-моему, или что-то такое смотрят.
Но с новой системой он хотя бы не всегда в топе, потому что там же теперь на, ну, как бы донат надо и все такое. Ну, что-то это хрень какая-то, мне не нравится. Ну, охренеть. Ну, лол. Да что ж такое? Ну... Ну, еще не упадет. Ну, короче, я сейчас не вижу в этом боссе чего-то непреодолимого. Вот так, да, я вам скажу. Поэтому я считаю, что сегодня мы его пройдем. То есть просто нужно хорошую попытку и не залажать в конце в том числе. То есть как бы особо учить уже нечего. Надо просто, чтобы все удачно сложилось. Ну, вот это неудачно. О, кстати, 3 хп оставил. Хорошо. Да, по что опять урон получил? Я не понимаю. Залажал. Нет? Да, залажал. Ну, что-то как-то сбился с такта. Ну, без урона тащим босса. Ой. Ну, без урона же изи, да? Подумаешь, там черепок какой-то летает, ты чё? Ой-ой-ой, сейчас не дойду еще. Ну, я же говорю, изи вообще. Раскатаем. Привет, Трафальгар. Да ладно, не упадет. Ну, вот ведь она не очень-то. Размикрил. О! Что-то быстро как-то. Я даже не заметил. Да ну это так было нелепо сейчас. Идеально. Ну не в это, ну в это вот. Да, блин, заспамлено опять. Да лава не упала. Ну, а, ну все равно сейчас уже начнется фаза. Ну блин, 4 и 3 хп это разные вещи. То есть мне бы больше устроило, если бы она 3 каждый раз оставляла. Для этого надо в лаву на последней фазе ее окунать. Да лол, не успеваю, да что ж такое со мной?
Ну ладно, хп, в принципе, много. Посмотрим, что можно сделать. Так, главное сейчас тут еще тоже не налажать. А то бывает все-таки периодически. О, это было близко. Ну я же попросил не налажать. Не налажать, это по-другому делается. Это когда хп не уменьшается. У меня, у босса уменьшается. А тут произошло точностью да наоборот. Это чуть сложнее, чем визуальные новеллы. Да лол, долетели, что ли? Нет, вообще, если честно, не играл в визуальные новеллы. Только у тебя на стриме проходил. Ну и то, только частично. Да я никак на начало какой-нибудь новеллы не попаду, и так, чтобы у меня было время посмотреть. Блин, пофигу. Некогда было микрофон выключать, извините. Ну как бы, ну а зайти просто, ну как бы с середины смотреть. Ну в принципе на самом деле как радио норм то сойдет можно, то есть пофигу там сначала не сначала, просто иногда. Хорошо, когда что-то там бремчит на фоне, а ты такой, ну, как бы... Визуальная новелла такая штука, где там нет каких-то резких переходов, ты просто читаешь, читаешь. И, в принципе, это, да, как радио, это классно, конечно, тут бесспорно. Да лол, ну... Но в любом случае, у тебя визуально на вэле постоянный прогресс, а тут это вообще не факт. То есть они просто длинные, но они как бы изи. Ну лол, ну опять меня размикрили. Просто вот размикрили как какого-то, не знаю, босса с первого уровня игры. Ой-ой-ой, сейчас же начнется. Ну лол, а ты чё не начала-то? Офигела, что ли? Подожди, а ты чё, стримил Ви? Или ты, в смысле, просто играл, не стримил? Ты же вроде только новеллы стримишь. Ты можешь начать на ангел мод. Нафиг тебе страдания нужны. По-моему, на ангел мод изи вообще размикривается. Thank you.
Не, я не могу на это смотреть. 2 хп у меня, у нее 2 хп потрачено. А, ну я понял. Жаль, что не на стрим. А ты что, вообще не хочешь расширяться, да? То есть только новеллы и прям вот все, да? Это как бы твой профиль настолько статичный, что ты даже ничего другого не будешь стримить. Блин, я думал, успеет он потратить этот шар. Мне кажется, стоит разнообразить порой. Может, хотя бы не часто, но... Ну, просто твоим-то подписчикам нравятся вязальные новеллы, но если ты будешь стримить что-то другое, у тебя могут появиться новые подписчики, которые будут, которым будет нравиться новый жанр. То есть, ну, вот у меня, например, я заметил, что то есть на одних жанрах сидят одни зрители, да, на других другие, ну, в чатике. То есть, на программирование, например, вот одни заходят, да, люди, на игры они вообще не заходят, потому что им не интересно, да, им программирование интересно. Там на Star Trek там одни там тоже заходят иногда, например, на платформеры там, на хардкорные другие, то есть, ну, нормально получается разнообразие, то есть просто кому не нравится текущий жанр, ну, те просто не заходят, зато заходят другие. Ну, как бы, мне кажется, это нормально. Это же не значит, что если ты сейчас пойдешь постримишь, например, ну, ту же Ви, да? Это же не значит, что от тебя отпишутся сразу все любители новелл. Ну, как бы. Я очень в этом сомневаюсь, что они отпишутся. Ну, некоторые ходят на все подряд. Это такие самые такие постоянные зрители. За что им спасибо. Да ладно. Надо собраться. Я начал лажать. Ну, то есть вообще сейчас очень плохо сейчас играю. Лучше было до этого. Иногда очень сложно собраться бывает. Вот, не знаю даже что, как это описать. Ну что ж я так себя затралил-то, лол. Как будто первый раз. Но я не хочу уже все, лол. Такс. Плохо, ну. Там либо портал, либо камень, как бы. Нормас. Да лол, ну. У портала немножко непредсказуемая траектория, что-то, или я просто не могу предсказать. Ну, потому что я же не только за порталом слежу, да?
И в итоге он постоянно затраливает. О, упало. Отлично. А, начнется сейчас, начнется. Не началось? Ты что, офигела? О. Да лол, ну как так? Ну да что такое? Почему у меня вот это то получается, то не получается? Я не понимаю, я делаю одно и то же. Какие-то очень, походу, тонкие тайминги, что вот я чуть-чуть выхожу из тайминга и все просто. Мне кажется, или она чем-то напоминает Марио в Боше. А, ну, в смысле, ну то, что фраза говорит только. А так по атакам-то совершенно все разное. Ну, натянутое сравнение. Тут как бы все, по-моему, боссы говорят, ну, некоторые боссы говорят какие-то фразы перед атакой. Так что, ну... Упадет? Нет. Нет, упад... Нет, не упал, это лол, ну... Ну ладно, я пока без урона. Так что сойдет. Неплохо. Да что ж, я опять не рассчитал этот камень-то. Да вот нахрена прыгнул? Вроде же нормально там и так размикривалось. Вот сейчас если в лаву скинуть, то у нее останется 3 хп. И я ее скидываю в лаву. Но у меня мало хп, и плюс надо еще вот тут не залажать опять. Че, вот сейчас я про... Вот сейчас это просто затормозил. Ну тупо тормоз. Тупо тормоз. Вот сейчас вот я... То есть вот сейчас я точно увидел мою ошибку, да? Я просто забыл. Забыл про третий... Что на третьем она... Ну, как-то, не знаю, задумался. Но до этого я все делал нормально в других вот попытках. Не знаю, почему там не получалось. Ну сейчас да, сейчас тупо я ошибся. Она единственный человек подобный босс здесь, ну да, так-то. Ну да, но робот это ее тоже робот-то был. Кстати, на самом деле непонятно, да, почему она человекоподобная, ведь все остальные существа из ада вот здесь, в этой игре, не человекоподобные, да, то есть, как это объясняется? Может, она бывший ангел? Типа, дезертир. Я, конечно, рад, что я ее скинул в лаву, но, блин... Столько урона получать на первой этой фазе, это не ок. Идеально. Ништячок. Давай, не лажай. Хорош уже. Давно даже череп-то не видели. Вообще хрень какая-то.
Еле успел. Блин, что-то еле успел просто. Далеко. Нахрен я подставился, да лол, ну удаляй просто. О, что не так с этой фазой? Причем, честно говоря, дело даже не в черепе. Вот дело даже не в черепе, он мне практически не мешает. Так, по большому счету. Не, ну фея-то она же добрая, но она типа там была, что я забыл, она то ли была под действием чар, то ли... Я забыл уже, естественно, по сюжету, почему она на нас напала. А, то ли она, ну, просто была в неведении. Я что-то забыл, если честно, по сюжету, почему она нас напала, а потом перешла на нашу сторону. Но она-то, типа, вообще-то как бы изначально среди ангелов была. Откровенно говоря, я не знаю, почему у меня настолько не получается последняя фаза, потому что, как ни странно, я даже особо не волнуюсь на ней. А обычно у меня волнение очень сильно мешает, а сейчас я даже особо, ну, практически не волнуюсь. Ну, не знаю почему. Наверное, потому что до нее не особо сложно дойти. И в итоге, то есть, непонятно, почему я настолько на ней ложаю. Но только, пожалуйста, не спойлерите, что там за последний босс и так далее, хорошо? И вообще, что дальше будет? И сколько до конца игры, и так, и все в таком духе. Я такое не люблю. Да задел, ну нафиг. Да чё столько урона-то получил? Вот опять столько говна на экране было. Откуда на первой фазе столько говна на экране? Просто откуда? Да ну нахрен. Нормально подано, Тора, я не знаю, что тебе не нравится. Ну, в смысле, я знаю, потому что тебе вообще все не нравится. А, игра хорошая получилась. Ты же сам говоришь, что в
Все игры говнища. Это твоя фраза. Прямо вот цитата. Ой, что-то я заснул. Чё за... Ух ты ж. Ну лол, ну... Стоп, я не сказал, что тебе все в этой игре не нравится. Я сказал, что тебе все игры не нравятся. Потому что ты считаешь, что все игры должны быть идеальными, и на них должны потратить бесконечное количество ресурсов, чтобы все довести до ума. Точнее, нет, ну не довести до ума, а довести до идеала. Да, до ума-то доводит, а вот для тебя надо до идеала довести. Естественно, такой ни одной игры не существует, потому что, ну, идеалы нет. Чё, уже? Еле успел опять. Ну, главное, что успел. Ну, сейчас хотя бы опять начал доходить до сюда, уже радует. Да чтоб тебя. Ну я старался, но вы видели, вроде неплохо в целом получалось, но это жестко было. Ну, я старался как мог, просто вымикривал, не вымикривал для меня. Чтоб даже Санчес мог играть. Точнее, мог уметь, да?
Это минус. Блин, не упала. Ну опять у меня выбор или портал, или камень. Да что ж я попадаюсь в эту ловушку-то? Ништяк. Хорошо. Да лол, вот это было плохо. Вообще полное говно какое-то. Вот это было хорошо. Ну ХП что-то не завезли особо. Хотя, конечно, не ноль. На пару ударов сойдет. Да лол, ну только тут еще не хватало потерять. Да серьезно? Ну это офигеть. Ну вот это просто вот, я не знаю, как это даже называется. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли, блин, это просто... Такой не очень босс. А я не знаю о сути игры Hearthstone, так что... я не знаю, там, донат, не донат, рандом, не рандом. То есть, я тупо не знаю правил. Никогда не играл и даже не смотрел стримы. Серьезно, на рандоме основана вся игра? Ну прям вот чисто вот, да, рандом? То есть не бывает трое игроков, бывает просто кому больше повезло? Или чё? Чё-то как-то тупо совсем. Да, это не лучшая попытка, конечно. Что? Я забыл про один круг? Это было замечательно. До автоматизма не дошло просто, видите, еще. Я каждый раз думаю. А думать вредно. В подобных играх.
Офигеть. Короче, я ничего не понял. Норм заспамил ее в этот раз. Ну сейчас я не да лол, ну куда? Почему все в одно место? И через одно место. Упадет, понятно. Если я каждый раз буду ее сталкивать в лаву, то в итоге на последней фазе у нее будет всего лишь 2 или 3 огонька. Сейчас бы 3 хп оставил. Опять куча говнища на экране. Ну, сейчас поменьше. Нифига себе, я разминулся с порталом. Нормас. Ну, а с камнем зато встретился. Я не буду рестартить, посмотрим. Кто узнает, вдруг без урона там будет. Мало ли. Как бы все равно уже. Да лол, ну. Ну, что-то я кнопку с палец соскочил, на другую нажал, вместо Б, С нажал. What do you even do?
Блин. Блин, ну... Ну, хп у меня дохренище. Еле успел, вообще жесть, просто я думал все. Ох ты ж. Ну что это? Ну что это? Как я должен был успеть? Это офигеть просто. Это вообще возможно было без урона пройти? Бесит такая хрень, честно говоря. Да сколько она этих камней это выпустит? Да удаляет! Почему так много всего? Почему так много всего? Да лол! Это реально больше всего, чем даже на, ну, перед этой ультимейт ее фазой бешеной с крутилкой-вертелкой. Тут просто куча всего летит. По-моему, она все атаки запускает. Камни падают просто непрерывно, порталы летают, скачут камни, еще вот этот череп летает, еще долго шарик не уничтожался. Шарик должен был уничтожиться сразу на первых падающих камнях. А он у меня долго жил и мешал. Этот вот, ну, огненный фаербол, этот Хадукин. Ну, человек-сосед. Штук 20. Ну-ну-ну. Да лол. Правильно, на дно. Понимаю чувство босса, в которых ты заспавливаешь. Привет, Гоги Бастия. Вот развели там дискуссию про этот камень, блин. Ну лол, ну... Да ну пошло оно, ну серьезно. Да ну это все, это хрень полная. Да какой урон? Какой урон? О чем вообще речь идет?
Ну давай, ну блин, ну вот она затормозила, вот сейчас бы было бы офигеть, сколько здоровья, как в тот раз. По-моему, не успеваю. Успел. Да лол, да лол. Что-то чуть не заспамило. Нормас. Удаляй, просто удаляй, ну. Ты это капец какой-то. Все, короче, перерыв. Перерыв 5 минут. Ну, короче, 5 минут не прошло, но продолжаю.
Упала. Не упала. Отлично. Что я сделал? Лол. Как можно было так засрать попытку? Вот как можно было так засрать попытку? Когда я ставил 3 хп и у меня было почти полное здоровье. Это вот зачем такая хрень, блин? Это же, блин, изи вин практически был. Вот как начинать правильно, тоже непонятно. Вот вначале очень тяжело. Она всегда делает одно и то же в начале и. Так в смысле, Хэдстоун, это же не ММО, Тор. Это же не ММО. Или я ошибаюсь. Так там же, по-моему, матчевая система, разве нет? Это больше на мобу похоже. В какой-то степени, но мне кажется, это даже другой какой-то жанр. Я, конечно, не смыслю ничего в Херстоуне, но, по-моему, там матчевая система. Так, половина здоровья у меня есть. В принципе, нормально. Успел еле-еле. Лол, чуть не попал. Ну далековато, ну нифига себе вымикрил. Обо что в конце-то потерял урон, что я не понял. Вроде же камень этот уничтожился. Что там еще-то было? Ну, ММО это... В смысле? Ну... Нет, ММО РПГ это всегда РПГ. А просто ММО это... Как там это? Мост, массив или мультиплеер, по-моему? Нет. Массив или мультиплеер, а он не помню. Что-то, ну что-то такое. Ну короче, мультиплеер, где на одном серваке очень много людей. Разве эта игра подходит под это определение? А то, что, как бы, например, ММО FPS не является RPG, это понятно. Это First Person Shooters ММО. Такое тоже бывает. И прочие бывают ММО. Я же не сказал, что РПГ. Где ты это услышал?
Не упадет. А нет, упало. Ну, прям под камень подставился. Ну, три, конечно, это 3 против 4. Не самый лучший расклад. Ну, хоть по трению есть, конечно, сейчас тут еще дойду. О, ну хоть. Хоть выпрыг по трению. Вот, сейчас норм. Вот только не уничтожилась вот эта вот штука, это плохо. Шарик должен уничтожиться. Ну, массовый многопользовательский... А, онлайн, да. Ну, так... Имеется в виду, что много пользователей одновременно играют друг с другом, а не то, что как бы есть куча серваков, в которых как бы в сумме много людей, да? Нет, имеется в виду, что на одном серваке, то есть прям в одной игре куча людей. Например, вот Destiny, да, там на одном серваке куча людей, или какие-то вот эти всякие RPG всякие ваши эти. Там на одном серваке прям куча людей бегает. Прям вот рядом, да? Как бы очень может много людей бегать. То есть там бывает до 1 миллиона людей на одном серваке. Ну, как бы... А то так можно сказать, что и Counter-Strike MMO. Ну, лол. Там же много людей в нее играет. Как бы и тоже все по сети, не локально. И что, тоже MMO, что ли? Нет. И Дота тогда ММО, по вашему определению. Нет, на вы не правы. Дота это моба. Так, 4. Ну. Да ну, блин, ну вот зачем последний урон нужен? Ой, ну не подкатнулось что-то. Да лол.
Да уничтожь этот шарик, ну вот почему он не уничтожается? Не знаю, хреновая попытка. Ну, просто не выключаю, потому что, ну а вдруг я сейчас тут без урона фигак пройду, ну, до заспама. Ну, не прошел. Ну, не прошел. Еще глаз чешется. Вот, камень идеально уничтожился, в смысле этот фаербол. Хорошо. Отлично. Вообще идеально без урона. Всегда в лаву скидывал. И тут даже успел. Да что ж такое? Нет, без урона просто не хочет. Вот не хочет без урона и все. Да лол, ну ты еще давай два раза тут урон получи. Нет. Что-то я уже не уверен, что я сегодня пройду. Возможно, я все-таки ошибся. Ha ha ha.
Я просто так до конца и не понял, как мне нормально вымикривать начало последней фазы. Смотрите, на меня идет скелет. Я его... А, слушайте, я, кажется, понял. Мне, наверное, надо его позже отталкивать. А, нет, тогда я не успею. Тогда мне шарик затроллит. Блин, как же лучше это сделать? Я даже не знаю. Не, ну порой я там прохожу без урона, ну, самое вот начало. Но, блин, что-то как-то совсем-совсем нестабильно. И мне это не нравится. Хотелось бы как-то все-таки тактику какую-то иметь. Ну, нарвался на портал. Вообще не очень. Решила дать похалявить. Да лол, я на портал нарвался. Не, что-то, честно говоря, минус мораль у меня после того падения в лаву. Прям вообще так, что-то жестко. Да ну, что это такое? Офигеть. Да что это меня сейчас заспамило?
Да лол. Ну, в принципе, нормально. Ну, хотя бы, блин, дошел. Охренеть, ну охренеть. Да лол, ну... Как можно тут обо всем сразу думать? Не упала. Ну, по крайней мере, пока что без урона. Не упала. Нормас. Без урона. Ну, рекорд, докуда без урона дошел. Блин, неужели целого ХП не хватит, чтобы одну фазу пройти? Да офигеть. Целого ХП не хватило. Целого. Не, ну как, не, ну хватило, чтобы... Нет, одну фазу хватило пройти. Ну, во-первых, я не скинул. А если бы даже скинул, то бы еще все равно надо было целую пройти и еще скинуть. Короче, надо 3 ХП оставлять ей перед этой фазой. Тогда я один раз, если ее одну фазу пройду и скину, то мне останется только пройти фазу, и там уже не важно, скину или нет. Просто вероятность, что я 2 раза скину, довольно маленькая. Что?
Не хватило. Ну, да, я заметил. При том, что я еще мало того, что у меня было много хп, я еще и неплохо уворачивался. Ну, по крайней мере, по сравнению с предыдущими разами. Залол, задел. Ну а погонек задеть это пипец. Ну вот я с полным хп не прошел, а с полтора хп пройду. Я уж думал, когда она начнет, не начнет, что ли, вообще? Да ладно, не успел, ну что, ну... Ну, в принципе, все равно хп у меня много. А у нее меньше 4. Так, ну еще тут надо не получить. Вроде пока легко. Походу легкая нарандомила. Просто невозможно за всем следить. Я просто не понимаю, как за всем следить. Надо просто, если бы быстро этот шарик уничтожить огненный, то было бы намного проще. Хотя, ну, все равно было бы проблем куча. Но вот он мешает сильно. Ну, в смысле, понятно, что там и череп мешает, но от него-то не избавиться полностью, а вот от шарика можно полностью избавиться. 2 урона на второй фазе. Три.
Пока норм. Что это? Ну так себе. Но вот это вот уже зря было. Вот если бы последний не получил, то было бы вообще норм, в принципе. Это, конечно, не норм. Да что ж так далеко-то? Блин, ну я почти уже вошел в это, в такт. То есть я убрал шарик, а начал отгонять этого, но просто не размикрил камешек. Да ну, ну чё она не упала-то? Опять не упала, ну вот я лишнюю фазу просто сделал. Если бы один раз не пойдет, то это даже круто, потому что тогда я 3 оставлю хп в конце. Ну, если, конечно, скину в лаву. Ну, вот если 2, то это не ок. Да что ж такое, я ни разу не скинул в лаву. Но с другой стороны, опять же, если сейчас скину, то у нее 3 останется. Ну, понятно. Лол, ну вот это что такое сейчас было? Все понятно. Нарвался. Нормас.
Ну, что-то я из-за этого конька затормозил. Все ждал, когда он пролетит. Понятно. Да ну. О. 3 хп. Ну зачем? Жесть. Половину только снес, ну, для фазы. Ну давай еще разок. Это может стать лучшей попыткой. Может. Посмотрим, как пойдет. Да куда? Ох. Да что же это такое? Могло, но не стало. Потому что это просто невозможно микрить. Привет, бобер. Привет, Лиля. Мне что-то сейчас это хреново как-то тут это попал в нее.
Да почему она не падает? Должна же упасть. У нее действия вроде практически одни и те же. Там элемент рандома не такой большой, как может изначально показаться. Ну вот. Да что ж такое, не скидывается и все. Ой, че я про этот вообще что-то забыл про этот огненный. Стою, жду. Че б нет, да? Че б не подождать? Ну, по крайней мере, 3 хп это хорошо, даже не важно, сколько у меня, но то, что у нее 3, это хорошо, отдает хоть какие-то шансы, ну, блин, даже с таким хп, но по крайней мере, даже когда я с полным иду, да, чтобы мне оставить ей 3, а если у нее 4, я все равно это полное трачу, да, я даже 3 не оставляю, так что тут как бы уже 3, это, я считаю, уже круто. Так что 3 всегда лучше, сколько бы у меня не было моих хп. Да что вот это вот за ерунда? Но она опять не упадет. Хотя если она на первом не будет падать, а на остальных будет падать, то как раз таки круто будет. Может, на то и расчет? Не упадет. Не, сейчас она свою фигню начнет делать. Ну ладно, зато у меня полное здоровье. Ох ты ж, вот прям вот настолько еле-еле успеваешь, ты просто пипец. Тоненько очень. Вот это сейчас было на грани фола. Вот это тоже. Ну, полное хп. Чё ещё для жизни надо? Ну, в скелетику пороться. Чё ещё-то? Да что же это такое? Ну... О,
А вот если бы у нее было 3, то я бы оставил ей 1,9. Ну, в принципе. А если бы еще скинул лаву, то 0,9, да, ну как бы. Все равно, даже это не ок. Надо что-то менять, я не знаю что. Да что это? Не упадет. Ну хотя это, в принципе, нормально. Если дальше будет всегда падать, то это как раз так и надо. Ой, что не заметил этот огонек. Надо, чтобы отошла. Так. Ой-ой-ой, ой, сейчас не успею. Или успею. Успел и забыл, что... Фу ты, спился со счета, ну... О, сейчас бы скинул, кстати. Сейчас бы скинул, и осталось бы один. Ну, блин. Так, 2 раза уронил. Теперь надо не уронить. Что-то сейчас пошло не так. А, ну вот как раз и не уронил, хотя даже не старался. Опять не уронил. Короче, не очень попытка на самом деле.
Но я, наверное, все-таки подустал. Надо заканчивать. Не пройдем мы сегодня по ходу босса. Не, ну в смысле как? Давайте заранее не будем говорить, но... В плане того, что если сейчас не будет получаться, то не пройдем. Ну, я не знал, я не успеваю там делать так. Очень редко получается там успеть. Надо моментально среагировать. Да лол. Просто начинается три атаки за раз, не считая черепа. То есть прыгают камни, падают камни и летают порталы. Очень сложно размикрить. Вот, такие дела. Ну все, думаю, наверное. Закончим на этом. Ну, устал уже, видно. Уже что-то сижу, втупляю. Вот. Так что на этом стрим заканчивается. Спасибо, что смотрели. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можете писать в чат или куда угодно. И увидимся на следующих стримах.